пришли делать? Да! А добро делать всегда приятно. В считанные секунды продуктовые сетки наполняются пакетами с продуктами. Так что все, что принесли дошколята, и не вмещается. Мы сегодня помогали людям, старикам и бабушкам. Мы очень рады, чем помогаем. И у кого нет денег, мы им помогаем. У нас есть деньги. Все, что принесли ребята, от чистого детского сердца. Ведь такие вещи, как доброта и щедрость, понятны в любом возрасте. Самое главное, что всколыхнуть массы, что люди у нас добрые и щедрые. Я вот это хочу вот увидеть в наших людях, понимаете? Это замечательно. И то, что сначала у нас участвовал один детский сад. В прошлом году у нас два детских сада. Сегодня к нам пришли три детских сада. Это уже прогресс. Дети маленькие, они понимают, что нужно помочь. Действительно, цель подобных акций, помимо помощи, привлечь как можно больше людей. Ведь детский пример в этом случае куда более заразителен. Я просто подарил много конфет, потому что дети любят сладко, и детство – это вообще особенное время для человека в жизни. И пусть у них будут хорошие впечатления и хороший сладкий Новый год у всех. И в прошлом году акция «Неделя доброты и щедрости» стартовала с такого мероприятия, а значит, в Ленинском городском округе появилась еще одна очень важная традиция. И мы хотим сказать большое спасибо учредителям этой акции за их работу, за такую добрую, хорошую акцию. Хотим сказать спасибо нашим детям, которые принимали в ней участие. И, конечно же, нашим родителям. Спасибо. В течение недели продукты, вещи, предметы первой необходимости для остро нуждающихся людей можно будет сдать в нескольких торговых центрах муниципалитета. Ищите заметный символ акции. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.